Сегодня мы поиграем с вами в игру. В игру под названием «Морской бой». Думаю, вы все ее знаете. Это первая часть, если что. Так, с ботом будем играть. Классический. Не хочу я с этими самолетами всякими. Просто, ну, зачем? Я не знаю, зачем нужны эти всякие самолеты. С этими самолетами вообще не интересно. Мы стреляем. Оп! Я хочу в угол стрельнуть. Ну ладно. Он попал! Алло! Как он попал? Ну все, пипец кораблю. Что-то у нас не получается. Ну, значит, по углам будем стрелять. О, в этот угол полетел и сразу. Там, где он у меня, кстати, нашел. Стоп. Так я же все из всех углов убирал. Ладно. Блин, попал. Во, я попал. Оп. Нет, не попал. Это я не знаю. Он что, все видит, что ли? Я не сюда хотел стрельнуть. Алло, Тем временем у меня два корабля спали. Ой, у него два корабля спали, но у меня четыре. Не очень так хорошо. Поэтому мы будем его убивать. Кстати. О, вот хорошо идем. А тут вот он попадает в нас. Ну и мы тоже не отстаем. Они отстали. Кстати, ребята, у кого начались летние каникулы, я вас поздравляю, у меня вот начались. У меня теперь куча свободного времени. Блин, у меня 4 осталось, у него 6. Ой, о, попали. Кстати, ребята, если хотите поиграть в морской бой, то пишите в комментариях. Будем играть по блютузу. Так, сколько? У него осталось 4, у меня 4. Кто же выиграет? Ой, так, сначала он выигрывал, теперь я выигрываю, ха, вот так-то ему и надо. Ребят, подпишитесь на меня, пожалуйста, и этот, ролики теперь будут попозже выходить, ну, потому что, не знаю, у меня нет времени, я не знаю, но они теперь позже будут выходить, не каждый день, а, ну, как бы, три раза в неделю, может быть, не знаю. У него осталось 3 корабля,
А, нет, у меня осталось 3 корабля, у него сколько? А у него 2. Один корабль остался, где его найти? У нас осталось 5 кораблей. Какая реклама. Ладно, ребята, мы победили. Всем удачи и всем пока!